запахло прудово к молоку, деревня утренька была далеко. Узнала старушка и пони была, у самой дороги дремнуть прилегла. Старушке веселый щенок подошел, на юбку схватил и порвал ей подол. Погода была в это время свежа, старушка проснулась от стужи дрожа. Проснулась старушка и стала искать домашние туфли, свечу и кровать. Но порванной юбки ощупав края, сказала: «Ах, батюшки, это не я! Пойду-ка домой, если я это я! Укусит собака моя, она меня встретит, веща у ворот, а если не я, на куски разорвет». В окно постучала старушка четверть,